Студенты юридических и экономических факультетов ивановских вузов соревнуются в правовой грамотности. Причем делают это зрелищно и ярко. В Иванове в восьмой раз проходит конкурс «Образование и твоя будущая карьера». Группы поддержки активно болеют за своих сокурсников. Командный дух жюри оценивают наравне с выступлением на сцене. В финал конкурса вышли лучшие студенты по итогам внутривузовских состязаний. Здесь действительно можно встретить много высокообразованных людей, действительно умных. Ну и самое главное – это опыт, который в дальнейшем поможет нам стать грамотными специалистами и достичь высокого уровня мастерства в нашей профессии, которую мы получаем. Прежде чем показать свое творческое домашнее задание, студенты семи ивановских вузов прошли теоретический тур, решив сложные задачи с применением справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Правильность выполнения этих заданий – один из важнейших критериев в оценке команды. Интерес растет, уровень растет. Другое дело, что он распределяется. Победители, ну, по вузам, например. Нет пока такой ситуации, чтобы один и тот же вуз постоянно держал первое место, например. Вот, они соревнуются. Может быть, это и хорошо, и сказывается таким образом, что другие подтягиваются. На этот раз самой юридически подкованной оказалась команда экономического факультета ИВГУ. В тройку лидеров также вошли студенты текстильной и сельскохозяйственной академии. Выигрыш оказались все, без исключения, участники конкурса. Соревнуясь, студенты вузов повысили свой профессиональный уровень в решении правовых вопросов. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.